Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня я научу тебя играть ту песню, которую мне очень много писали в комментариях. Дарья, пожалуйста, разбери. Конкретно песня Анет Сай под названием «Слезы». Я так поняла, что это из «Пацанок», а я не смотрю «Пацанок», только смотрел украинскую версию. Напишите, какую версию, какой сезон ваш любимый, если что. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот как оно у тебя будет выглядеть. Если бы слезы твои были водой, ты бы уже напоила ее весь мир. Милая, но в жизни есть не только боль, сможешь засиять еще ярче звезды. Если бы слезы твои были водой, ты бы уже напоила ее весь мир. Но ведь не всегда жизнь бывает такой. Давай выбирайся из этой дыры. А теперь погнали учиться играть. Разбор на укулеле. Песня несложная, как всегда покажу несколько вариантов, как можно ее сыграть, где там фишки-плюшки добавить, но начнем мы как раз с аккордов. Единственный момент, вам может понадобиться каподастр, а может не понадобиться каподастр, объясню чуть позже, почему так. Первый аккорд — аккорд фа. Мы зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу, а вторую струну на первом. Далее к этой конструкции мы добавляем с вами третью струну на втором ладу, и получается ДМ. Из всего этого хаоса оставляем четвертую струну на втором ладу, и получается АМ. И четвертый аккорд, аккорд G. Мы зажимаем с вами третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Все вместе. Фа, ДМ, АМ и G. Такая последовательность у нас будет с вами и в припеве, и в куплете. То есть от начала до конца такая последовательность сохраняется. И поэтому ставим этот аккорд таким образом. Пеппа, что это у тебя там такое? Это же мой новый сборник по укулеле для начинающих и продолжающих. Где вся нужная тебе информация написана без лишней воды и сделана все в виде картинок. А если еще навести телефон на нужный QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а если ты себе захотел точно такой же сборник, то ссылочка в описании. Если вы хотите, чтобы вы звучали как оригинал, то ставите каподастр на первый лад. И теперь у нас он с вами будет служить нулевым ладом. И от него мы считаем раз, два, три, четыре следующие лады. И потом играем просто выученные аккорды. Если вам удобно петь без каподастра, или у вас его вообще нет, можете, ради бога, играть без каподастра. Сильной разницы вы не почувствуете. Теперь, как что играть, собственно. Песня у нас начинается с вами с припева. Припев мы будем играть боем. Восьмерка, наш любимый бой. Он будет звучать следующим образом. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. И этот бой мы с вами играем один раз на один аккорд. Единственное, на аккорд G в каких-то моментах можно просто сыграть удар вниз. Как вариант, да? Можете все долбить боем восьмеркой, если вы не хотите делать какие-то фишки-плюшки. Если для вас сложно восьмерку сыграть, то вы можете взять бой шестерка. Я напоминаю, как он звучит. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Но только его придется с вами играть два раза на один аккорд. То есть выбирайте или восьмерку играть один раз на один аккорд, или шестерку два раза на один аккорд. Вот, чтобы вы просто потом не писали, а что, типа, шестерку нельзя было взять? Можно. Ну, просто в оригинале звучит восьмерка, но кому сложно сыграть восьмерку, берет шестерку. Все очень просто. Если бы слезы твои были водой, ты бы уже напоила ее весь мир. Милая, но в жизни есть не только боль, сможешь засиять еще ярче звезды. Пошел еще раз. Если бы слезы твои были водой, ты бы уже напоила ею весь мир. Но ведь не всегда жизнь не бывает такой. Давай выбирайся из этой дыры. Вот так вот у тебя будет звучать припев. Да, если вы хотите звучать прям вообще как оригинал оригинальный, пойте в народной такой манере, что ну вот на распевы. Вот таким вот образом, да, чтобы у вас был звук не сильно приплюснут. Это была опять непостоянная рубрика «Уроки вокала от Дарьи». Теперь, как играть, собственно, куплет? Опять же, у вас несколько есть вариантов. Или же вы берете и играете от начала до конца поем восьмерка или шестерка.
Но есть второй альтернативный вариант, как звучит она, эта песня, в оригинале. В оригинале на первые четыре строчки мы с вами играем бой восьмерка. Единственное, за первой строчкой просто играем аккорд фа ударом вниз. Сейчас все покажу, все поймете. Смотрите, то есть удар на аккорд фа, и дальше на следующие аккорды играем бой восьмерка, типа... Со словами. В мире все окутано пылью, не растут цветы, хоть раньше были. Время ведь идет, а твоя жизнь все хуже, некому прислониться души об душу. Вот, потом на следующие четыре строчки у нас меняется бой. Мы начинаем играть с вами 8 ударов вниз на каждый аккорд. Типа раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сейчас покажу с аккордами, смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А вот на последний аккорд G мы сделаем просто один удар вниз. Напоминаю, сейчас все покажу по словам, все поймешь. Давай от начала до конца соединю куплет. В мире все окутано пылью, не растут цветы, ведь раньше были. Время ведь идет, а твоя жизнь все хуже. Никому прислониться души об душу. Чувство будто все, та-та-та лишний. Плохо уже так, аж хочется скрыться. Мне это сама не понаслышке знаю. Знаю, кто погас, потом лишь сияет. И пошел припев, да? Если бы слезы твои были водой, ну и так далее. В общем, для чего это сделано в оригинале? Чтобы был какой-то вот прорыв, было какое-то движение. А то вы будете играть... Ну, это, конечно, звучит, но не так круто, как звучит в оригинале, да? Поэтому куплеты, так, все играй первый, второй. Ну, а дальше у нас, да, напоминаю, идет дальше припев... Потом у нас с вами идет второй куплет. Второй куплет таким же образом играется. То есть, типа... Солнце, говорят, светит всем одинаково, но будто бы лучей не хватает лишь на тебя. Где же этот бог? Смотришь в оконце, вдруг на тебя что-то выходит солнце. Говорит тебе, смотри, не сдавайся, докажи себе, что можешь иначе, что не убивает, делает сильнее. Светлое время. Так, извиняюсь по ритму песни. Короче, мне же главное показать, что в правой руке. Если что, послушайте оригинал, там она все поет, и вместе с оригиналом можете спеть и сыграть. У вас будет идентично все, понимаете, да? Вот, в принципе, вся песня не сложна. Да, единственное, нужно разобраться, каким вариантом вы будете играть. Если остались какие-то вопросы по разбору, еще раз его пересмотри. Возможно, ты что-то пропустил. И уже учись самостоятельно играть эту песню. Вот и все. Ну, если тебе был полезен этот разбор, то не забудь поставить свой лайк и подписаться на мой канал, потому что у меня очень много клевых разборов. Также не забудь написать в комментариях следующие варианты песен и мелодии. Может быть, именно твой вариант мы будем учить в следующем разборе, кто знает. Ну, а я напоминаю, если ты хочешь показать мне все свои укулеле старания, то все очень просто. Учишь любую песню и мелодию с моих разборов, выкладываешь к себе в профиль в инстаграмчике и отметь меня, Даша Кирпич, чтобы ко мне пришли оповещения, и я дала тебе обратную связь. Ну, а для всех тех, кто хочет поддерживать выход роликов в финансовом плане, вы можете задонатить мне любую сумму на донат адрес, или, например, вот купить сборничек, или подписаться на Бусти, как кому удобно. Вот, например, все эти пупсики поддержат меня на Бусти, получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.